Ай-яй-яй-яй-яй. Яй-яй. Вот такое место тут нашли мы. Шли-шли и нашли. Очень секретное озеро. Ну, по этому мостику я точно не пойду. Скажу честно, что-то мне не очень хочется. А красота-то какая, скажите. Вот сюда бы лодочку перетащить. И среди этих вот кувшинок. Да, Тань? Снимаю кино. Надо ж как-то людям показать красоту-то эту неземную. Ты думал, разговариваю сам с собой? Бывает и такое, но не часто. О. Да. Конечно, тут бы штатив и такие снять кинозарисовки. Но это вообще, честно говоря, наверное, мало кому надо. Хотя, во где озеро там. Кончается как бы. Но туда не подберешься. Дорога уперлась в тростник и в трясину. Вот. А тут место высокое. С Никой вчера вот тут гуляли. Красота. Озеро красивое, конечно. Жалко. Дроны у нас запрещены. Да его и нет. Было бы интересно снять. Таня сказала, эту красоту надо обязательно запечатлеть. Таня сказала. О! А вон еще пятый. Пятый. Ищи, где-то тут целая семья. Пинц. О! Бригада. А где еще? Так, если ты повернешься вон сбоку, с левой руки тебя. Вон, за тобой. За своей спиной. За моей спиной. Ты смотри, в ландышах. В ландышах. Вот. А, вот. Ё-моё. Вот он, в ландышах. Ландыши. Ландыши, это, по-моему, под березык. Сейчас срежем, узнаю. Вот с виду похож на боровик, но дошка явно не боровиковская. А там еще один, видишь? Вижу я, надо сконцентрировать камеру просто. О, это пятый, да? Пацанчик, это боровики. Это боровики, ребята. Это боровики. Когда уже совсем... Понятно. Но когда уже совсем... Ай, не, в этом лесу грибов нету. Вот, пожалуйста. Есть грибы тут, в этом лесу. Видишь, какой? Ага. Пумпушечка. О. Все очень. Вот еще. Смотри внимательно, за целая поляна. Смотри, я под осиновики так резала. Под листья. Ну что, боровики вот так вот. Так. Ходишь, ходишь и находишь. Еще один красавец. Опа. Такой. Путевый. По-моему, боровик. Ты боровик? Боровик. Говорит. Ищи, ловишь. Под дубами. Это дубовик, наверное, какой-то. Наверное, но потому что он не характерный для боровика. О, еще один стоит. Пожалуйста, вам. Красота-то какая. А люди тут ходили, кстати. Вот так вот. Но. О, шутки шутками.
Красота. Сейчас мы тут обойдем. Уже леший как бы привязал нас к этому месту. Уже как-то жабу задает уйти просто так. Какой интересно, дров столько. Люди ходили. Оба-на. А тут во. Красавец какой. Красавчик. Наверное, в этом году боровиков будет. Наверное, в этом году будут боровики. Поедем в наши места. Будем их сушить. Да, все какая-то самая корзина там. Посушить. Значит, будем мариновать. Будем есть. Делать шашлыки по-карски. Карски. Вот он. Красавец. Ага. Трохи покусаны, но хорошие. А тут вот ничего в самом гущере. А вообще, о, сколько мы? Минут 30 ходим, Тань? Минут 30 ходим? Ну да, уже больше, наверное. Если бы не снимали. Но вот такой вот внезапный результат. Ну вот пока такой уловчик у нас. На спиннинг взяли. Партнер пошел. Партнер по бизнесу пошел дальше. Сюда, в эту сторону. Будем его встречать там. Со всякими лисичками. Боровики, оказывается. Причем боровики такие летние. Дубовики. Вот с такими вот шляпками. Темными. А этот, вот это уже такой обычный боровик. Красиво, да? О, такой красота-то какая. Лепота. Какой он вкусненький будет. Летний. Я думаю, в этом году, наверное, попрут попозже нормальные боровики большие. Ты что, для лета вполне себе за часик почти. Уже с картошечкой. С молоденькой. Бывает, что вот так вот едешь вдоль дороги, во, потихоньку, и можешь запросто найти грибочек. Мы так опята нашли в прошлом году. Вот где-то тут, наверное, в этом месте. Но опят сейчас, конечно, не будет. Но место тут неплохое. Я пойду гляну, что тут у нас деется. Будем ждать партнера. О, двойной. Двойной стандарт. Ну что, красивый? Ну, бери. Вот. Поляночка. На солнечной поляночке. Недогрызенный боровичок. Причем хороший. Сколько их тут, Тань? Семь штук. Вон загнутый. Вон загнутый. Вон. Молоденьких два. Молоденькие. Вон там. Стоят. Тут тоже загнутый. Подальше. Под этой самой. Где еще загнутый? Вперед иди. Вон с левой стороны. Вон загнутый. Короче,
Ходите, ребята, по лесу, что-нибудь да найдете. Даже где натоптано. Индина, я вон еще один вижу. Да, вон там два, и вот тут. Оба. Тинц, тинц. Прикольно. Да. Но летом червяк — это ж первое дело. Поэтому найти гриб одно, а второе еще обрезать найти его. Гриб хороший, это другое. Ну и так нам везут, шляпы все хорошие. Так что тут взял я ножик, приходится вызывать помощника. О, какие красивые. О. Если бы они все были целые, было бы тоже, я тебе скажу, не очень интересно. А о, какой красавец стоит. Это мы хорошо зашли. О. Тиридим. А где-то я еще видел. О, смотри. Сдаю тебе поляну. Обрезай. Я вон, видишь, нарезала уже сколько. Сюда ходила. О, видишь как. Но если бы они были все целые, тут бы... А если бы я мог стоять? Вон еще один. Вон. О, чё с них, они ж нормальные. А вот, смотри. Еще два, вот. А вон, смотри, какой красивый. Где? А ох. Ай, все равно не поверят, скажут, бандаж какой-то. А во, еще стоит старенький. Ау. И вот, кто-то, видно, не пошел сюда, потому что бурелом. А я отвечаю, что вот облок едет. Ау. Прятались. И вот. Вон. Тут надо глаз да глаз. С этими грибочками. Где тут еще, может быть? Ну, походили. И боровички есть. Но если бы не надо было обрезать с ножками, уже бы не унесли, конечно. Ну, а что-то несется. Тиридим. О, летучий голландец. И тут... Или это не тот? Не тот. Тоже это какой-то Париж-Дакар. Динамо едет. Да, что? Не тут несколько таких уникалов. Больше негде. Им бы на хайвей какой-нибудь. Какой-то Мерседес. Это Мазда. Ну, это самая 626-я старая Мазда белая. Ну, что-то какой-то Мерседес. Ну, этикетка сзади была. Пыль, хорошо, что... Нет, тиридим. Ладно, сейчас. Пускай сядет немножко дорожная пыль, поедем дальше. Пыль рассеялась. Можно ехать дальше. Ну вот такая грибная эпопея. А ты говорила, не надо. Ну вот так, зато мы сейчас раз и домим. А я на озеро с Никой. Что там у них очень круто. Парк Сула, наверное. Сделали такой... О, смотри, сколько камней. Да, только я же тебе что кажу. Не, ну нам камни-то нужны для этого самого. Для красоты, а пихать их просто не в фундамент. Не только для красоты. Вот тут, вот тут вот мы в прошлом году были. Наверное. Ну как, отчучение? Ничего? Почему?